Я там был не так давно. Охрана в банке никакая. Удобно сваливать. И кассиры вообще не похожи на героя. Но один я никак. Не знаю. Как-то мне не хочется таскать для Дона наркоту из Камеруна. Я ведь даже не в доле. И вообще, я больше не хочу попадать в такое положение. Какая улица? Стоять на коленях и смотреть, как чья-то несчастная девка сгорает заживо. Оказалось, не в то время, не в том месте. Просто не повезло. Похоже, с нами иначе не бывает. Говорю тебе, Том, план идеальный. Я же все продумал. Я бы не звал тебя с собой, если бы не знал, что у нас все выгорит. Увидим. Пока я сам все не осмотрю, ничего не обещаю. Если я сяду, Сара меня бросит. Всем привет, дамы и господа. С вами Неломоб. Ну, кто-то сыт у меня под мостом. Мы играем в игру под названием Mafia Definition Edition, как вы поняли. И вот мы сейчас идем осматривать нашу следующую цель. Точку. Так. У тебя есть семья, Том. Это я понимаю. Представь, как вы сможете развернуться. Осторожнее. Приятель, ты лезешь в воду, не зная броду. Я не могу понять женатого парня с ребенком. Но я хочу все изменить. Кто за меня пойдет? Мне почти 40 лет, а за душой только пара сроков. Но если выгорит, у меня наконец-то появятся бабки. Устроюсь. Ты не создан для домашней жизни, Поле. Поверь, проведешь так полгода и застрелишься от скуки. Черт. Да я сейчас готов застрелиться. Мы по полгода только и делаем, что играем в карты и пинаем хер. Я расслабляюсь. Тут вдруг что-то случается, и нужно собраться, иначе забочь. Вот я пытаюсь не уснуть, пока Дон рассказывает мне очередную байку, которую я слышал раз 100, а на завтра я уже под пулями. Стараюсь не насрать штаны. Я так устал от этого, Томми. Тоже задолбала вся эта мафиозная тема. Так ты мечтаешь начать новую жизнь? Знаю, мечта дурака. Каждый мелкий воришка спит и видит, как бы срубить куш и завязать. Если у нас выйдет. Как знать? Может быть, я открою небольшую уютную пиццерию. Ну, как тебе мой план? Неплохо. Если сделаем это, будем ждать, пока все не утихнет. А-а-а, ты уже втянулся, брат. Как знать. Банк грабить собрались. Да уж. Я думал, не на осмотр сейчас поехали там. Ага, чисто для разведки, только сейчас мы ее прошли, типа миссию. Ну, типа я в тот раз уже в том видео. Я как бы уже подумал, что я ее прошел миссию. Это типа такая была концовочка. Но сейчас будет еще какой-то видосик, типа под заправочный к заправка к следующей миссии. Небольшая халтурка. Вот она. Ну, план прежний. Да, как договаривались. Толпу я беру на себя, на тебе менеджер. Если угрозы не сработают, делай, что необходимо. У него ключи от хранилища. Сколько у нас времени, если сигнализация сработает? У нас до приезда полиции есть 5 минут. Может, чуть больше. А если все накроется? Я ни хера не шучу, Том. Если услышишь выстрелы, сразу же не выбегай. Без бабок я отсюда живым не уйду. Так, нам нужно будет по-тихому все тут делать или нет? Непонятно, непонятно. Работаем? Работаем. Работаем. Стволы, а маски, что без масок прям так пойдут? Очень странненько, да? Засматривается на женщину красненько. О, маска есть.
ты бандал. Всем же валять на пол! На пол, мать вашу! Но не вы, дамы! Стойте так, чтобы мы вами любовались! Кто дернется, получит пулю! Ой, жесть, начинается! Найди менеджера! Менеджер, я что сказал? Всем лежать! Если кто шевельнется, начну наверх стрелять! Я бегу-бегу наверх за менеджером. Менеджер! Мы ведь все хотим вернуться домой живыми и обнять своих детишек, так? И чтоб без героизма сегодня... Тут журнальчик где-то у вас тоже лежит. Я не хочу, все меня поняли? Душевный журнал. Менеджера ищу. Бум-бум-бум. Потом вам верить. Что ты делаешь? Погнали, за мной, в хранилище! Сделаю все, что скажете. Обойдемся без жертв. Вам нравится унижать того, кто слабее вас? Слушайте, я просто люблю деньги. А ты, парень, останешься жив, если не будешь дурить. Останешься жив, если не будешь дурить. Сколько да. там охранников? Один. Он будет стрелять? Я не знаю. Если увижу пушку, застрелю его. Так что скажи ему, чтобы не рыпался. Все в твоих руках. Могу и гэпнуть его по башке. Тогда миссия провалена, он только может хранилище мне открыть, да? Все идет по плану! Менеджер охотно идет навстречу. Каждый делает то, что должен. Верно, приятель? Шагай давай! Вам это с рук не зайдет. Вы пожалеете. Сохранилась да игра. Ты лучше о себе подумай. Ты! Да если ты, хочешь дожить вижу. До выпускного своей дочки, держи руки так, чтобы я их видел. Он и охраннику там прикажи. Там хпшка где-то. Вон, хилочка где-то была. Плюсик только что видел. Он пропал. На карту я смотрел. Там где-то был плюсик. Запомни, когда встретим охранника, прикажешь ему положить ствол на пол. Понял? Очень медленно идем. Очень медленно. Не спешу. О, охранник. Слушай меня очень внимательно. Сейчас ты положишь свой... Убейте его, парни! Хватай его! Блин, предатель. Одного я вырубил. Смотри, вон там. Патрочи. Журнальчик. ХПшка, запомним. Так, идем дальше. Там еще были живые. Не было ли разве? По-моему, там еще были. Ключ от хранилища на столе. Не нужно убийств. Я не хочу умирать. Ключик. Оп. Может его гопнуть? Он меня все-таки предал. Парни, убейте его, крикнул он. Если просто бы убежал бы. ХПшка. Две точки с ХПшками нашел. Точно какую-то тревогу еще за это, за сигнал. Какую-то кнопку, чтобы полиция прибежала. Я его решил вырубить. Бабок тысяч очень много. Хорош тут ныть! Мочканули все же полицая, да? Мертвым кажется. Вот сука! О! Копы уже здесь! Валим! Бери бабки, пора валить! Бери бабки, пора валить. А че он так идет медленно? Не оружие, ничего. Без этого никак. Суки вверх! Блин! Можно как-то попытаться обойти их. Я пустой. Не обойти, походу. Я тебя достану! Так, в укрытие! Есть, одного вырубил. С автоматчиком надо как-то справиться, он там вдалеке.
форма перебежка. Вот тут один. Есть? Есть, еще одного мочканул. Он с автомата жестко валит. Это мачкает. Есть. Есть. Офицер убит. Так, один здесь. Здравствуй, дорогой. Здравствуй. Еще есть? Есть. Вылазь, Китя. Китя, вылазь. Бам. Подловил. Подловил. Так, надо подхилиться, наверное, все же. Подожди, подожди, хилочку дай возьму. Не, двустволка тема хорошая для ближнего боя. Это без Б. Они с Томпсона, походу, меня очко пытались завалить. И может мне стоит на Томпсон переключиться? Там тоже не очень много патронов. Так, куда, направо. Чего мы ждем? Идем. Идем, мой дорогой, идем. Подкрепление уже в пути. Вызовите сюда весь участок. Живо! Прижмите их! Не дайте им уйти! Их слишком много! Через черный ход, говорит. Давай я сломаю замок. Сейчас. Не сюда! Оп. О, тачка наша. Сядьте в машину. Мы нашли его. Идет пешком. Садись. Почему он не садится? Он в машине. Остановите его, пока он не сбежал. Ну быстрее же, залазь. Давай, давай! Куда? Куда хочешь, сбрось копов! Да откуда они лезут, мать их? Вот это погоня. Тачечку угнали. Тут ремонтные работы. О! То, что мне надо. Немножечко оторваться даст мне этот моментик. По идее. Все, бабки наши. Или нет? Подозреваемый затерялся в деловом районе. Мы его найдем. Ищите, ребята, я погнал дальше. Плохо поворачивает машина. Или у меня кнопка заедает. Совсем понимаю. Давай газу, газу. Тут нифиг проеду. Они затупят здесь. Надеюсь. По кварталам. Черт, тут нет проезда. Или есть маленький проездик. Это телега. Давай вниз. Вот. Есть. Спереди меня объезжают, по-моему. О, черт. Газу. Еще копы нарисовались. Вдруг откуда ни возьмись. Копы тут нам нарисовались. Аккуратненько входим в поворот. И газу. Как вот проверить клавишу буквы. Да, у меня на клавиатуре подзаедает, по-моему, поворот. Газу. Поворот налево сейчас. Твой машина там неприятно стоит. Ай, чуть не вписался. Меня еще преследуют все же. Так, ой. Давай. Плохо. Бедные, несчастные мы. Машину подкоцали. Неудачно повернул. Давай, газу. Машина уже чуть-чуть дымит, по-моему. О, это мне надо. На ту деревянную штучку, на трамплинчик. Давай. Перелетел. Отлично. Газу. Мы оторвались. На двух трамплинах.
еще нет. Подозреваемый затерялся в деловом районе. Мы его найдем. Еще меня ищут. Может, не найдут уже? Такси. Блин, да что? Один вон, один коп за моей спиной. Может, уже отстанут от меня? Я вроде как неплохо оттянулся от них всех. О, мигают звездочки. Всем машинам отменить погоню. Куда теперь? Клуб Палермо. Клуб Сэма? Ну да. Сейчас там никого. Если он не узнает, вреда не будет. Все получилось. С первого раза. Дом еще чуть-чуть. Мы почти сделали это. Вот именно что почти, Полли. Дело будет сделано, когда у меня сердце перестанет колотиться. Ха, банк ограбили. Хорош. Так, направо сейчас. Нет, следующий поворот. Чуть в полицая не врезался. Ё-моё. Вот теперь он приехал. Перекрестился. Получилось? Нихера себе, мы это сделали! Мы богаты! Ну, мы богаты! Да. За старые добрые. Коньячок. Давай. Ром. Расходимся. Ну что, до завтра? Если я не буду на Гавайях. Да ладно. Шучу я. Я бы не провернул это без тебя, приятель. Иди домой. Отпразднуй с Арой. Утром заходи ко мне, поделим бабки. Да, ладно. Удачи. До завтра, друг. С мешочком такой. Гном с мешочком. Эта голова пройдена. Небольшая халтурка. Быстренько. Даже меньше 20 минут потратить. 17. Сейчас на записи у меня. Ну, где-то должна быть, по идее, концовка. Может быть, последняя миссия вот сейчас будет. Я не уверен. Ну, так предполагаю. Прикидываю так. Ну, а пока что смерть искусства. 1938. Смотрите-ка. Явление Христа народу. Я уж думала звонить гробовщику. Извини. Просто полночи не мог заснуть. Я тоже. Ведь ты всю ночь ворочался в кровати. А ребенка не показывают ихнего, кстати. У них типа дитя есть какое-то, оказывается. Салатик нарезают. Тарелочку. Ну, что натворил? Мне просто повезло с женой. Что натворил? Тут ты прав, боец. Я тут подумал... Да ладно. Сообщу в газету. А что, если нам втроем съездить на побережье? Серьезно? А работа? У нас в поле появились деньжата. Ха. Один из его дурных планов сработал? Вроде того. Собирай вещи. Заскочу к поле и вернусь за вами. Что ты скрываешь, Томми? Ничего. Ну да, вы с поле вдруг разбогатели, а теперь ты хочешь свалить из города. Что-то не так. Какой смысл в деньгах, если их нельзя тратить? Дело не в этом. Ты дрожишь. Даже просто стой на месте. Ты нервничаешь от чего-то. Все видит его насквозь. Может, сам не знаешь от чего. Да, наверное. Разберись в себе, прежде чем идти к Поле, если причина твоих переживаний в нем. С Поле все нормально, не волнуйся. Ну, значит, скоро увидимся. Так, хорошо. Можем двигаться. Зайдите домой к Полли. Тут где-то какой-то журнальчик валяется. Не могу... Вот он, вот он. Какие-то вот еще бумажки. А что, оно не пропало?
какая-то дверь. О, тут какой-то вот еще какой-то журнальчик. Я не знаю, зафига их собираю. Это наш дом, кстати. Я его ни разу толком не осматривал. А где ребеночек наш? Так, это выход во двор. Обратно хочу. Я хочу посмотреть на ребеночка. Где его ребеночек? В втором этаже, скорее всего. Если так и будешь стоять, тебе придется помогать мне. О, прикольно. Газета. Прочесть заметки. Газета 4 ноября 1938 года. Налетчики на банк остаются в розыске. Полиция окружает банк Grand Imperial на фотоснимке прохожего. Департамент полиции Лос-Хевена ищет любую информацию о вчерашнем ограблении с множеством жертв в деловом районе города. Предполагается, что налетчики похитили огромную сумму денег. Их пока не удалось опознать и задержать. Свидетели могут обратиться в полицию лично или по телефону. Типа ни разу жена не догадалась, да? Так, тут они где-то одежку сушат. Опять этот волк. И лисица. Одежду сушить. Прикольный тут дворик такой, я бы сказал. Прикольный такой домик. Не, ну классненько, классненько. Согласитесь. Вот, можно так входить в дом. Вот наша женушка. Тут мы гуляли. А ребенок был... перекрыто. Чтобы... Я туда не могу попасть к ребенку. Ох, жалко. Хотелось. Реально хотелось. Ладно, вот наша тачка. А что за машина? Барклей. Почему у меня два указателя? Один вперед куда-то, а один туда. Ну, далеко довольно ехать. Ну, ладно, едем. Машина хорошая. Управление прикольное. Не то, что тот катафал, который у нас был перед этим. И на 60 быстро разгоняется, на 60. Очень быстро на 60 разгоняется. 40, вон уже 50, 60. Очень быстро разгоняется машинка. А можно и вперед тоже. Хорошая машина, хорошая. О, такси, ты чё? Оп, шашки. Оп, хорошо. Уё. Смял. Я не знаю, сколько там было. Я не представляю, насколько я разогнался. Мне кажется, под 70 надо, может. О, 80. 70, 80. Легко выжимает, легко. Но 80 это, по-моему, ее предел. Ой, полиция. Все, сбавляем. Все, она на своем, типа, без давления, как это говорится, педальки. Сама спускается. Машина очень такая шустрая. Видимо, новая появилась. После миссии. Бум-б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 ум. Мост. Давай посмотрим. Так, ну все, мост. И тут мы придем на миссию. Полицай. И тормозит быстро. Тормоза хорошая. Ой. Упс. Чтобы лучше охлаждение, чтобы лучше работал. Так, мы приехали к дому Полли. Это он здесь живет. Какие-то тетеньки сидят. В этом районе невозможно жить уже. Что в ночную смену. Парень из квартиры надо мной опять буянил. Че он там буянил? Поли, ты че? Ты че там разбуянился, Поли? Ты тут живешь? Поли! Че с ним? Он мертвый? Боже. Это Поли? Реально Поли мертв. Он сам застрелился? Да не. А бабки где? А бабки непонятно где. Украли? Буянил он?
не жирница? Поли. Черт. Кто-то его убил или он застрелился? Очень непонятно. Ну, оружия нету никакого. Что, деньги ищет? Это матраса. Опа. Кто это мог бы быть? Никого нет. Надо брать, наверное. Кто-то специально звонит. Знает, что он пришел. Мне кажется, это босс. Нет? Поли. Сэм. Это я. Я Том. Где Поли? Он мертв. Лежит передо мной на полу. Две пули в башке. Вот черт. Я же звонил, чтобы предупредить его. О чем? Твою мать. Парни, вы же мне 100 раз жизнь спасали. О чем предупредить, Сэм? Сальери. Он знает про ограбление банка. Ты в дерьме, Том. Тебе нужно исчезнуть. Ладно. Так. Это Сальери послал и убить? Мне нужны деньги, чтобы забрать семью и свалить. Поможешь? Да, конечно, друг. Мне заехать к Поли? Нет. Нет, сюда нельзя. Встретимся в городской галерее. Да, хорошо. Только не светись, Том. Увидимся. И спасибо, Сэм. Я всегда возвращаю долги, Том. Ты же знаешь. Сальери мочканул. Из-за того, что типа тут грабанул банк, это тоже такое. Ну как бы без его приказа грабанул банк. А в банках, как я и говорил, Сальери может держать свои счет, личные счета. То есть он грабанул своего начальника. 2 выстрела. Бах-бах. Оли, мне пора. Прости. Так, посмотрим, что сверху. Как я и предполагал, здесь ничего такого сверхъестественного не будет, но будет всего лишь журнальчик, который можно как бы и подмутить. Комиксы. Все, идем вниз. Машина меня ждет. Мы идем в какую-то галерею. Бедный Поли. Я вызову полицию. Что-то здесь не так. Ходят слухи, там кто-то стрелял. Вот это к нему пришли гости. Далеко ли нам ехать? Галерея, не так уж и далеко. Классная машина, очень шустрая. Только что я ее попортил немного. Но я врезался, ничего, разогнался под 80-70. Бим-бим. Опять этот порт. Мы так часто возле него проезжали. Вот эта картинка с этими кранами. Так часто виднелась. Я подозреваю, что это концовка уже. Начинается какое-то мочилово. Либо Сальери все-таки, он как там в этом спойлерах в начале было, как он его сдаст и все обернется хорошо, либо сейчас его... Не, ну если он там полицейскому... Сейчас мы как бы подходим к тому моменту, когда он должен с полицейским начать общаться, чтобы защитить свою семью. Да? Сэм. Поли мертвый. А Сэм? Сэм? Ну, Сэм там не участвовал. Сэм на пределах. Сэм должен быть все окей. Сальери не должен на него злиться. Так, мы приехали. О, не работает у меня кнопка. Надо будет почистить клавиатуру. Кнопка у меня не работает. Допустим, здесь парканемся вот так. Почищу клаву после видео. Буква Д. Запомни только. Бежим в галерею. Может, слишком далеко тачку запарковал. Двери такие огромные. Это для гиганта каких-то. Так. Галерея. Стоять, Томми. Черт. Кто это? Привет, Том. Сэм. Он предал? Что нахер происходит? Ты и Полли. Я в трудном положении. Он типа остался преданным начальнику. Знаю, Сэм. Прости меня, но мне надо валить из города.
поможешь или нет? Ну вот опять. Бабки вон. Вынуждаешь меня выбирать между друзьями и семьей. Ты ведь это хотел у Поли забрать. Вот твоя доля. Бля, а зачем так? Ты заслуживаешь меньшего. Типа собирай, да? Ты его убил. Ты убил Поли. Ага, походу. Нет, друг. Поли сам себя убил. А ты, похоже, не очень расстроен. Просто я в настроении. Знаешь, у нас с Доном полное взаимопонимание. Они ссорились. Меня сейчас повысят. И я нашел целый мешок налички. Ты видишь, какой предатель оказался? Дон знает про Фрэнка, Том. Что он и его про шлюху отпустил. И про ту девку. Про шлюху? Ну ту, которая... Ты же сам по ней сох. Ты дал ей уйти, не я. Этот я все раз настукачил. Ты уж прости меня, Том. В нашем деле есть правила. Все это печально. Дон Сальери, конечно, очень тебя любил. Мы погрустим на твоих похоронах. Ты думаешь, что делаешь это из верности? Но это не так. Ты просто боишься. Возможно. Но ты прожил бы намного дольше, если бы хоть иногда поглядывал через плечо. Назад. Прощай. Хотят его убить тоже? Только не мучайте его. Он все же мой друг. Сам... Оп, приемчик. Оп. Оп, оп, оп. И теперь будет игра, походу, да? А доллары собирать? Доллары? Так, мало. Некуда. Эй, сюда! Все, попался. Кто его замочит, тот сразу получит повышение. Ай, попал. Так, я вижу его там. Давай перебегаем. Задышка. А где доллары? Сейчас ты сгоришь! Ой. Где же ты, Сэм? Мне надо Сэма вольнуть. Выходит, мне надо Сэма вольнуть. Сменить. Мне эти патроны пойдут. Сэм, дорогой. Мы с тобой не закончили разговор. И плюс деньги, где мои? Бизнес есть бизнес, Том. Ничего личного. Уж тебе ли не знать. Я хоть не стрельнул мне в спину. Бизнес есть бизнес. Ого. Но никто из твоих друзей больше не умрет сегодня. Только ты. Уложите его. Я буду скучать по нашим разговорам, барин. А я нет. Сдохни, лицемерный мудак. Послав нахер босса, ты послал всех нас. Ты был классным парнем, Том. Правда классным. Задышка. О, вижу. Попал разочек. Есть, одного выруби. Их там трое, по-моему. Давай здесь встанем. Колонны. Колонны, колонны. Есть. Больно, а хилочек-то я не вижу. Куда, куда? Не там стал. Это Поли так потом строчит. Один там где-то спереди. Бам-бам-бам-бам-бам. Нет, 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 нет. Он там выглядывает. Сейчас его... Блин. Тык-тык-тык-тык. Ни на одной аптечке. Дайте аптечку какую-то. Это Поли так строчит. Больно. О, аптечка, я вижу, аптечка. Есть, Томпсон. Это ваш шанс, парни. Вижу его.
Вот тут баллоны какие-то есть. У меня Томпсон появился. Я мог баллон эти взорвать. Нету баллонов никаких там. Сдохни, Таксис. Обходи так, чтобы он не видел. Я тебя поучу, маньяк. А того дали, дальнего. Картинная галерея, прикольная, конечно, миссия это. Картины, красиво. Антураж. Впечатляет. Так, тут что? Перезарядка не нужна. Патрончиков. Опа, зажигательная смесь. О! Нам пригодится тоже, наверное. Г. Огонь горит. Вы видите их? Вижу Г. Туда. Ну ладно, оп. Отжог. Чуть-чуть. Минус у одного. Один там. Где-то здесь один. Ой, назад. Где-то здесь. Давайте еще коктейль могу там забросить туда. Туда. Попал. Привет. Так, мочканул. Так, можно ли еще коктейль молота? Мне бы Томпсона еще подзарядить. Ой-ой-ой. Куда он там так пулькает усердно? Черт, закончилось патроны. Почему не выстрелять? Не понял. Так, идем поищем патроны. Оп-оп-оп-оп, есть. Перезарядочка, перезарядочка. Почему нельзя взять патронов? Видимо, магазины вытягиваем, да? Что они еще сияют, как будто бы. Что это за записки тут? А, журнальные. Фигня. Выбиваем двери. Ба! Блин. Сразу мне прокоцал. И где он? Мне нужно было сразу заныкаться. О! Вижу его! И я тебя вижу. Лежать. Я в укрытии. Так, о. Никого не вижу. Где-то вдалеке. О, есть один. Кидай коктейль! Сам в себя коктейль закинул. Так, ХПшка нам интересует. HP нас не интересует. Никаких плюсиков на карте не вижу. К сожалению. Так, огонь должен пропасть. Там тех чуваков надо забрать патроны. О, привет. Вижу тебя. И я тебя вижу. Дружишь. Там баллон вон в конце вон есть. Почему он не взрывается? Очень... О, зашумел. Мы патроны соберем. О, ХПшка. Это мне и нужно было. Кто меня Сэм подкоцал? А что с баллоном? Взорвался он? Нет? Дымит. Но это, видимо, для пожара. Тушение. Боже, еще и тут целая куча их. Больно. А, это же Сэм. Но мне кажется, его невозможно убить. Что мы обязаны вот так его за ним гнаться. И там как-то мы его загоним в угол какой-то. Этого Сэма. Он, видишь, опять куда-то удирает. Тут нету нигде хилочки. Блин, мне надо ХП срочно. Блин. Блин, убили, подожгли меня. Но я надеюсь, там какие-то сейвы были. Тяжело. Тяжело. О-о-о. Я тут на тоненького уже был. Надо водички себе набрать, пока сохранение загружается. Не могу открыть. Так, сейчас узнаем, с каким моментом это. Enter.
Осторожнее. Ага, как двери выламывали. Сразу надо выломать сразу в сторону. Оп. Во. Все, не попал по мне. Томпсон. Все, убежал, гад. Ухожу в укрытие. Эй, сюда. Плохо, там их видно. Все, там еще один. Коктейль, понятно. Черт. Мы оба знаем, чем все закончится. Поджег себе пукан. Тут прям сидит. Давай, там была хпшка. Может, и заодно патроны какие-то. Так, есть патроны. Перезарядка. Поехали дальше. Это мы проходили. Все, попался! Есть, еще один остался. Мне кажется, этим легче справиться перебежками. Поближе, если подойти. Так на пол! И сдохни уже! Сэкономим чуть-чуть моего времени! Я не вижу никого. Пока что. Бежать рискованно. Ой. Поймал пулю. Шальную прям пулю. Поймал шальную пулю. 14 патронов. Очень туго. Сейчас ты сгоришь! Иду в укрытие! Черт! Это было очень рискованно, кстати. Фух, а хп-то нет. И патронов нет. Сменить револьвер. Там хоть патронов побольше. Фух, дайте мне патронов, ребятушки. Ребятушки. Вон сверху, Сэм. Попал? Вон там сверху стал. Ладно, идем сюда. Сюда попробуем. Если ты еще уважаешь Дона, гранату кинул. Смири со своим приговором. Лови! Пошел нахер! Фух. Бабки просто узнал про деньги. Думаю, двух зайцев. И сразу и послужит и этому. Послужит своему боссу. И сразу же и бабки намутит. Гад. Так, убиваем двери и влево. Вправо. Там никого нет. Картины. Глобусы, картины. Тут тоже никого. Аптечек тоже нигде на карте нет. Дайте аптечечку мне какую-то. Вот здесь может быть аптечка. Ой, там что-то их дофига, по-моему, за этой дверью. А аптечки как-то не очень. Дайте аптечку. Журналы только всякие ненужные мне. Аптечку мне дайте. Тут куда мы отходим? Выбиваем двери и отходим вправо. Оп, что, вот никого не осталось? Это еще не все, что? Ну, есть там чуть-чуть людей. Все, заныкался. Заныкался. Но стреляет еще кто-то. Кто-то еще пулькает. Вижу их! Черт. Не знаю. Я пулькал как мог. Так, тут пусто. Задышка, конечно. О, вот там один. Пал. Есть, минусанул. Пробуем перебежками. Дайте. Сальери нас обманывал. Тебя? Может быть.
говорит, а я стараюсь действовать с умом. Сальери нас. Черт! Вот это было, конечно, неприятно. ХП хотя бы восстанавливается. Еще бы немножко, я бы умер. Он тупит, что-то стоит. Есть. Убил вашего, убил ваш. Еще одного убил вашего. И чё? О, Томпсон. Патроны. Я опозорил всю семью. Дайте аптечку. Семью опозорил. Печки нету нигде. Так, нам сюда. Есть. Оп. С пистолет. Отметки, Том. Я его хорошенько ранил. На забабки от наркоты можно нанять громил. Парни, валите его! Какие еще парни? Эй! Эй! Сюда! У меня ХП восстановились, кстати, полностью. Но он уже ранен. Это очень хорошо. Ты хоть знаешь, как это работает? А ты? Знаешь, что через зеркало тоже можно стрелять? Стрелать. Ой, я не знал, что он так близко здесь будет стоять. Черт. Очень горячая вода. Ай. Я не ждал, что он так близко будет. Не знал. Enter. Так, эти ребята тут снова. Сразу с двоими справился, но потерял немножко ХП. Так, этого, допустим, мочканули. А тут бы очень близко становится. Может, надо для ближнего боя взять двухстволку? Это такой. У меня патроны закончились. Поехали. Беги, 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 беги. С одного выстрела. Так. Кровь, это все от этого. Сэма. О, это он тоже так прикрывался. А куда мы будем убегать? Тут бы дальнобойное оружие какое-то. И аптечку бы мне не помешал. Где бы ты ни скрылся, Сальери тебя найдет. Я бегу, 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 бегу. Гранаты я закидываю, гранатами. Вот закидывают меня гранатами. Я его добил или он меня добил? Я не знаю, может, я тоже получил урон. Черт. В этот раз никто не отвезет тебя к врачу, Сэм. Меня ты убьешь, а Дон? Он же будет вечно тебя искать. Отпусти меня. И я скажу Сальери, что ты мертв. Ха. Жить хочет. И ты исчезнешь. А-а-а. Как Фрэнк. Ты не высовывайся, чтобы не спалиться. Ладно? Что с ним случилось? Он скрывался в Европе.
Фрэнк спалился. Но вдруг этот идиот начал ставить на собачьих бегах. Один друг семьи узнал его. И Сальери... Нашел Фрэнка. Послал команду. А его семья... Ты всех убил. Похоже. Ты не сможешь, правда? Этот голосок в твоей голове. Нажалось пробивает. Наверное, звучит, как голос дочери или Сары. Он запрещает тебе выстрелить. И ты не можешь себя заставить. Твоя странная болтовня упрощает мне задачу. Мы классно отрывались, скажи. Да уж. Помнишь, как-то я, ты и Полли мы... Кинул ему там доллары. Он же мог изначально дать ему деньги и сказать ему: скройся, скройся, и чтобы тебя не видели, убегай. Но он же начал там типа вымахивать, думал, что сейчас убьет его чужими руками этими. А тогда мог, когда его держали на мушке, мог сам просто выстрелить в него. Ну, кровавые деньги. А у него теперь эти деньги можно все собрать. И плюс еще тут мешочек с деньгами найти можно в этой галерее и тоже себе забрать выходит. Я понимаю твое положение, Том, и хочу помочь твоей семье. Но я буду бессилен, если ты не дашь показания в суде. Ты ведь понимаешь это? Придется сидеть там и смотреть в глаза Сальери, Ральфи, Вини, может быть, даже отцу Сары. И по правде я не верю, что ты решишься на это. Я сделаю все, что нужно. Но вы должны увести мою семью подальше и сделать им новые паспорта. Придержи коней. Пройдет немало времени, прежде чем Сара сможет щеголять новым именем. Простите, что потратил ваше время и свое. Мне пора валить. Стой, Том. У меня тоже семья. Жена, 4 сына. Ё-моё. Боится тоже за себя. Если он на Сальери наедет. Или как? Рыжики-близнецы. Да. Так что я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Ты весь извелся из-за них и боишься потерять кого-то из близких. Но это дело... станет одним из самых громких в городе. Оно займет годы, и я не уверен, что смогу так долго тебя защищать, учитывая ситуацию. Все хотят кушать, да? Даже грязные копы. Не хочу тебе врать. В городе есть порядочные копы, но их немного. И если выбирать, кто из нас получит пулю, знай, моя жена не вдовеет. Для меня это важнее, чем спасать твою шкуру, но... я постараюсь. Вы отлично делаете вид, что в этой истории вы ничем не рискуете. Но речь ведь идет о вашей карьере. На самом деле не важно, буду я жив или мертв. Вы раскроете дело Морелла и посадите Дона. Оставите след в истории. Только не думай, что знаешь меня, Томми. Сальери – самое место за решеткой. Я помогу тебе, а ты поможешь мне его закрыть. Вот и все, парень. Так, что ж, договорились. Ну, так все, про это и был разговор. Что надо, чтобы... Эпилог. Так, 51-й год. Там был... О, они все-таки... Это кто? Подожди. Кто это такой? Подожди. Когда-то давно... Это... В другой жизни. Кое-кто сказал мне... Это же он только старый уже. Что семья
Это слабое место мужчины. Его уязвимость. Томми. Анджело. Думаю, он был прав. Ведь все, что я не делал, хорошее, плохое, все ради семьи. А вот его же жена старенькая. Я предал уже людей, которых считал друзьями. И взял нелегкие обязательства. Целых 8 лет я провел один. Вы посадили все-таки в тюрьму на 8 лет. Пытаясь найти себя. Но я смог вернуться домой. Надежным мужем. Хорошим отцом. Это его дочка, да? Ага. И человеком. Она замуж ее выдала. Получается. Сейчас, став намного старше и слегка мудрее, я вижу, что семья – это огромная слабость, но еще это огромная сила. Ради нее мы встаем по утрам. 8 лет жена ждала его. Стремимся к своей мечте. 8 лет. Пусть даже она кажется недостижимой. И вот и его после того, вышел с тюрьмы, не убили? Семья не дает нам упасть. Отомстили. Когда у нас уже нет сил идти. Томми. Убьют, наверное. Мистер Анджело? О, пришли наемники. У него... Убить хотят бы, наверное. Да. Мистер Сальери передает привет. Убили его все-таки. Томми! Нанял с тюрьмы. Вот тебе. Вас не тронут. Папочка! Теперь они вас не тронут. Помните. Деньги, мама, работа, дети, и даже друзья, все временно. Но семья, семья – это навсегда. Да уж, жалко Томми Анджело. Сальери ему все же отомстил. За предательство, да, убили. Мафия! Escape нажму, чтобы там за музыку не прилетели авторские права. Ну что же, я очень доволен, что я прошел эту игру до конца. Конечно же, жалко его. Ну, как бы, бандитские делишки всегда очень редко заканчиваются хорошо. Поэтому, прежде чем влазить такое говно, надо подумать, наверное, 10 раз. И подумать, чем это может потом для тебя обернуться. Все риски взвесить. Может быть, лучше иметь меньше денег, но спокойнее жизнь. Все, короче, хватит философствовать. Фотографии вон его жены. Трое они там... Прикольная игра, получил удовольствие, особенно с последних этих моментов, конечно, да. Все, всем пока-пока. Прощай, Тони Анджело.